Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии, вашему вниманию предлагаю работу на тему разработка комплексной методики оценки уровня собственных напряжений сварных соединений магистральных трубопроводов. Остаточные напряжения могут оказать значительное влияние на долговечность и работоспособность конструкции, особенно при работе конструкции в циклических нагрузках и при применении малопластичных сталей. Наиболее часто встречающиеся виды дефектов, вызванные наличием в конструкции остаточных напряжений, являются образование холодных трещин и коррозионно-растрескивание под напряжением.
на сварную конструкцию оказывают рабочие и остаточные напряжения. При этом рабочие напряжения являются временными и действуют во время наличия внешних нагрузок в конструкции. И они не уравновешены по объему изделия. Остаточные же напряжения являются долговременными и действуют независимо от внешних факторов, и их эпюра уравновешена по любому первичному сечению. Целью моей работы является обеспечение работоспособности и долговечности магистральных трубопроводов. Исходя из этого были сформулированы следующие задачи. Изучить физический метод Шумова-Баргаузена, получить тренировочные кривые для метода Шумова-Баргаузена для стали 0,9 Г2С, предложить комплексную методику оценки уровня собственных напряжений. Существуют расчетные и экспериментальные методы оценки напряженного состояния. Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками. В своей работе я рассмотрел экспериментальные методы, которые, на мой взгляд, обладают большей перспективностью при оценке напряжений в отдельных конструкциях. Для выбора методов в комплексную методику я выбрал один метод из группы механических и один метод из группы физических. Разные физические явления, лежащие в основе этих методов, позволяют повысить достоверность конечного результата. Среди механических методов я рассмотрел метод разрезания, который требует полного разрушения исследуемой конструкции, и метод отверстия, который в ряде случаев позволяет продолжить эксплуатацию конструкции, на которой проводилось исследование. Среди физических методов наибольшее распространение получили акустические методы, которые основаны на измерении скорости распространения звуковой волны в упругом теле. Данные методы применяются для измерения малоградиентных рабочих напряжений. Рентгеновские методы, которые основаны на измерении деформации кристаллической решетки. Это способ применяется для измерения микро- и макронапряжений. Измерение проводится в сверхтонком поверхностном слое до 0,25 микрометров, что не совсем подходит для интересующих меня конструкций. Среди физических методов выделяются магнитные методы, которые представлены магнитоанизотропным методом, магнитошумовым и методом магнитной памяти металла. Магнитоанизотропный метод дает информацию о разности главных напряжений, и нет возможности получить информацию о каждой компоненте тензора напряжения. Метод магнитной памяти металла в научных кругах вызывает значительные вопросы о своей достоверности. Поэтому я остановил свой выбор на магнито-шумовом методе, позволяющий определить величину главных компонентов напряжений плоского напряженного состояния. Физическая сущность метода Шумова-Баргауза заключается в возникновении так называемого магнитного шума при приложении к ферромагнетику плавно меняющегося электромагнитного поля, в результате чего границы доменов начинают изменяться, а наличие остаточных напряжений, действующих в теле, препятствует этим изменениям. Поэтому изменения происходят не плавно, а скачкообразно. На кафедре сварки имеется прибор, позволяющий работать с шумовым Баргаузеном, интраскан. Результаты измерения отображаются на экране в виде условных единиц магнитного шума. Для проведения эксперимента исследования необходимо расположить датчик магнитных шумов по нормальной поверхности. Как и другие физические методы, перед началом исследования требуется получение собственной тренировочной кривой для каждой марки стали. Одной из моих основных задач при выполнении работы было получение тренировочной кривой для стали 0,9 Г2С для метода Шумова-Баргаузена. Один из авторов методов считается, что не совсем правильно, некорректно использовать образцы, в которых создается одноосное напряженное состояние, такие, какие используются на разрывных машинах. Один из авторов метода предложил специальный крестообразный образец и устройство для его нагружения. Наличие на кафедре стенда, моделирующего двухосное напряженное состояние, возникающее в линейной части магистрального трубопровода, позволило решить эту проблему менее затратно. И перед исследованием я выделил на стенде область, в которой точно можно рассчитать величину компонентов главных напряжений.
Схема стенда представляет из себя, стенд представляет из себя цилиндрическую бичайку, с двух сторон приварены полусферические ниши для моделирования ремонтных технологий. На корпусе стенда смонтирована ремонтная муфта и ремонтная накладка. Давление в сосуде создается путем закачки воды ручным насосом. Максимальное давление ограничено 2,5 мегапаскалями. Перед началом исследования была уточнена марка стали всех элементов конструкции. Протокол исследования представлен на экране. Расчет напряженного состояния может вестись, исходя из котельных формул, когда известно испытательное давление, радиус единой поверхности и толщина стенки. Второй расчет связан с тензометрированием и ведется, исходя из знаний окружных и продольных деформаций. Тензометрирование позволяет более точно определить величину компонентов главных напряжений. Измерение осуществляется с помощью двух тензорезисторов, расположенных один вдоль оси трубы, другой в поперечном направлении. Тензорезистор подключается к цифровому измерительному комплексу по схеме полумост для компенсации температурных изменений. В связи с тем, что требуется точно позиционировать датчик магнитных шумов по нормальной поверхности, потребовалось создание специального приспособления, позволяющего позиционировать датчик как в кольцевом, так и в осевом направлении. Проект конструкции приспособления был изготовлен мною с учетом цилиндрической части трубопровода. Для изготовления применилась аддитивная технология. Конструкция была изготовлена из СПС-пластика на 3D-принтере. Применение данного приспособления позволило получить более достоверные тренировочные кривые. На данном слайде представлены экспериментальные значения по получению тренировочной кривой и сама тренировочная кривая представлена внизу слева. Обращаю ваше внимание, что полученная мною тренировочная кривая схожа с тренировочной кривой, полученным одним из авторов метода Венгриновичем. Второй метод, который я применил, это метод отверстия. Метод отверстия заключается в том, что кромки зонирующего отверстия возникает относительная деформация и перемещение кромки поверхности при сверлении в нем зондирующего отверстия. Это возникает из-за наличия в конструкции остаточных напряжений. Есть два способа регистрации этих перемещений. Тензометрирование, которое заключается в наклейке специальной тензорозетки в области сверления. И второй способ – оптической регистрации с применением лазерного интерферометра. Я предлагаю применить метод Шумов-Баргаузен для оценки напряженного, для поиска пиковых значений напряженного состояния в шве и зоне термического влияния, а также для построения эпюр остаточных напряжений в основном металле, прилегающем к зоне сварки. Метод же отверстия применяется для уточнения данных и получения значения уже в единицах мегапаскалей. В заключение можно сделать следующий вывод. Изучены особенности применения метода Шумов-Баргаузена для оценки напряженного состояния. Предложена методика получения тренировочных кривых для стали 0,9 ГДАС для метода Шумов-Баргаузена на лабораторном стенде. Предложена комплексная методика оценки уровня остаточных напряжений, повышающая производительность процесса. Спасибо за внимание. Готов ответить на возникшие вопросы. Уважаемые коллеги, задавать вопросы. Пожалуйста. Любовь Альдиковна, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы получили тренировочную кривую для стали 0,9 ГДАС. Перед первичным классом, правда? Да. Скажите, пожалуйста, она будет подобной для стали 17 ГДАС или, например, для стали, допустим, 10 ГДАС в июне, более высокой категории прочности? Они как будут? То есть они характер... Это одна, а вот... Их нельзя использовать друг на друга, потому что они будут разные. Да, они будут иметь одинаковый характер, но численное значение не будет совпадать. То есть применение физических методов очень существенно. То есть воздействует фактор, какая структура материала. То есть для другой стали нужно получать собственный тренировочный период. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста,
является малоразрушающим, но, к сожалению, его нельзя применить на действующем трубопроводе, который работает. То есть мы здесь подразумеваем применение этого метода для отработки технологий, то есть технологии сварки, применение каких-либо последующих операций после сварки. Нужно ли применять, например, термообработку. То есть, проведя исследование этим методом, мы только можем дать рекомендацию. То есть. Можно еще? Пожалуйста. Вот мы часто сталкиваемся в «Газпроме» с тем, что при ликвидации ханок, радионов, коррозионно-механических трещин мы вышлифовываем зону трещины и тем или иным методом заплавляем, наплавляем и так далее, и так далее. Причем размер этих трещин по СТО, по ряду СТО «Газпрома» значительный. А тут отверстие там, миллиметр, по-моему, и глубиной там. Какая проблема взять шлифмашинку, аккуратненько убрать концентратор напряжения, который профессор Макаров очень критикует, и аккуратненько это дело заплавить, но запаять, дело... замазать эпоксидной смолой. Дело в том, что при применении технологий, которые вы хотите, так скажем, убрать последствия этого зондирующего отверстия, вы можете навести еще большие напряжения, которые пагубно скажутся в этой точке. Еще вопрос. Ну, я такой вопрос. Как это этап, методика только, а вот дальнейшее продолжение этой работы, как вы видите, как вы видите? Во-первых, я сказал, что это мою методику по получению тревожной кривой на лабораторном стенде можно предложить для учебного процесса студентов, то есть обучать студентов и одно из применений этого стенда, то есть расширяющего. Ну, а вы-то сами как бы продолжение вот этой работы видите? Научно. Ну, конечно, то есть применение данной технологии можно как и на практике применять, именно мою предложенную, потому что она ускоряет процесс, позволяет делать те же измерения с той же достоверностью, но за меньший промежуток времени. А с точки зрения научной, то есть да, можно и развивать, то есть на эти методы оказывают множество влияний, факторов. Их как бы делать меньше, то есть меньше пагубных факторов. Понятно. Вот скажите, пожалуйста, я правильно понял, у вас работа разработка комплексных методов оценки уровня собственных напряжений сварных соединений магистральных трубопроводов. Да. Но потому, как вы сейчас сказали, получается, действующие магистральные трубопроводы с помощью этой методики оценивать нельзя, это можно делать только на стадии проектирования. Да, да. Потому что документы, которые нормируют виды дефектов, то есть этот дефект, который мы создадим методом отверстия, не применим. А методику Шумова-Баргаузен, который физический метод, не наносит никакого вреда, можем применить на действующем трубопроводе. Но это уже может не помочь. Вашу методику можно как-то экстраполировать на будущее. Скажем, вы на стадии проектирования произвели расчеты, получили какие-то значения, а дальше он эксплуатируется в определенных условиях. Вы можете с помощью данной методики определить, какое будет достаточное напряжение после эксплуатации, скажем, в период 5, 10, 15 лет? Вот, к сожалению, остаточное напряжение такой вид, что он со временем, то есть на него оказывает множество факторов, и со временем он может даже релаксироваться. То есть, проведя сейчас испытание, мы не можем сказать, что будет с этой конструкцией дальше. То есть, будет надо проводить еще комплекс исследований для понимания, как... Другими словами, по вашему мнению, вот на стадии проектирования вы произвели расчет, а реально установленный трубопровод, он требует повторной проверки с целью, да, получения... Да, потому что во время установки трубопровода будет производиться ряд операций, которые тоже могут повлиять на конечный результат. Спасибо. Есть вопросы? Вот скажите, вы строили эти экспериментальные, обработки экспериментальных данных, подтверждение? Да. Да. Теперь, во время измерений всегда возникают и грубые ошибки, и так далее. Какой процент был грубых ошибок? Я производил комплекс измерений, то есть я производил 5 точках измерял. Сначала на первом этапе я отбрасывал те значения, которые действительно выпадают из моего диапазона, то есть не может быть, которые каким-либо фактором, может быть, каких-либо дефектов. После чего было усреднение данных. И после чего вот этот мой процент составляет относительно как бы эталонного метода. 15-20% идет погрешности метода, основанного на физической
Юрием ответственным. Есть вопросы? Спасибо. Спасибо, уважаемые товарищи. Слово ученому секретарю Сорокину Виктору Александровичу. Следующая защита. Топлыгина Анастасия Тарасовна. Научный руководитель, профессор, доктор наук Макарова. Выписка из учебных карту. Справка выписка из учебной карточки студента. Анастасия Тарасовна выполнила полный объем учебных план, допущен к защите магистерской диссертации. Государственный экзамен сдала она отлично, прошла проверку в электронной информационной системе, процент оригинальности текста 84, средний балл 4,84. Спасибо. Есть вопрос по информации? Спасибо, нет вопросов. Пожалуйста, вам слово. Представляю вашему вниманию магистерскую диссертацию на тему оптимизация геометрических параметров соединительных деталей трубопроводов, а именно сварных тройников, с целью снижения концентрации напряжения. Объектом исследования являются сварные тройники для труб магистральных трубопроводов. Сварные тройники бывают равнопроходные, это когда все три отверстия имеют одинаковый диаметр, и переходные, это когда одно какое-то из отверстий имеет диаметр, отличный от двух других. А диаметры патрубков сварных тройников и толщины стенок соответствуют присоединяемым трубам, диаметрам и толщинам присоединяемых труб. А для магистральных трубопроводов обычно используют большие диаметры 1020, 1220, 1420 мм. А диапазон изменения толщин стенок варьируется от 10 до 32 мм. Сварные тройники для труб магистральных трубопроводов относятся к сварным конструкциям повышенного уровня ответственности в соответствии с техническим регламентом по безопасности зданий и сооружений. Опыт эксплуатации сварных тройников показывает, что наиболее слабыми конструктивными элементами являются сварные соединения. Известны случаи разрушения сварных тройников по швам и околошовной зоне. Причиной таких разрушений является концентрация напряжений в сварных соединениях. Исследованиями напряженно-деформированного состояния занимались Хариановский, Куркин, Макаров и другие. Предпринимались попытки снизить концентрацию напряжения с помощью приварки различных дополнительных конструкций, например, колец, муфт, разгружающих сварной узел сопряжения труб. Например, в работе Куркина и Пономарева разработка методики восстановления ресурса участка нефтепровода сварными муфтами в качестве технического решения для разрезного тройника ремонтной конструкции заводского изготовления предлагаются варианты усиления сопряжения труб с помощью приварки дополнительной муфты в виде тора. Такое решение представляется весьма нерациональным ввиду сложности изготовления, сборки и сварки. Исходя из этого, целью настоящей работы является разработка технологически осуществимого технического решения по оптимизации геометрических параметров сварных тройников, обеспечивающего существенное снижение теоретического коэффициента концентрации напряжения в сварном соединении сопряжения труб. Из этой цели следует следующая задача. Анализ существующих конструкций соединительных деталей магистральных трубопроводов, а именно сварных тройников, и соответствующей нормативно-технической документации. Исследование напряженно-деформированного состояния сварных тройников и разработка технического решения, обеспечивающего снижение концентрации напряжения. И оценка технологической осуществимости предложенного технического решения с учетом существующих технологий изготовления. На первом этапе был произведен анализ нормативно-технической документации. Установлено отсутствие стандартов федерального уровня, существует 5 ОСТов. ОСТ 3410-762, 763, 764, 765 и ОСТ 36-24-77. Первые четыре ОСТа распространяются на тройники для трубопроводов тепловых электростанций, то есть для трубопроводов горячей воды и пара. А последние регламентируют изготовление тройников для нефти и газопроводов. Поэтому для оценки концентрации напряжения были выбраны две типовые конструкции по ОСТ 36-24-77 на давление 2,5 мегапаскалей и с размерами, указанными в соответствии с этим ОСТом. Тройник равнопроходный с условным диаметром 1000 мм и тройник переходный с условными диаметрами 1000 на 500 мм. Методы научных исследований разделяют на теоретические и экспериментальные. С точки зрения расчета напряженно-деформированного состояния данная задача является сложной. Экспериментальным путем получить точные значения не представляется возможным, а аналитического решения она и вовсе не имеет. Поэтому единственным возможным решением является
теоретический численный метод. Самым универсальным и продуктивным является метод конечных элементов, получивший максимальное развитие благодаря развитию аппаратных ресурсов вычислительной техники. Метод конечных элементов давно известен. Прародителем программного обеспечения, реализующего метод конечных элементов, был программный пакет «Космос». На данный момент самым универсальным и продвинутым является программный пакет «Ансис». Идея алгоритма метода конечных элементов применительна к механике деформируемых тел. Сначала разбивается область, занимаемый телом, на малые, простые, конечные элементы. Затем задается функция распределения напряжения внутри каждого элемента, внутри степенных рядов. Затем собираются все элементы в ансамбль и определяются неизвестные коэффициенты по граничным условиям, кинематическим и силовым. А на следующих слайдах будут приведены основные этапы решения задач по определению напряженно деформированного состояния равнопроходного тройника с помощью программного пакета ANSYS. Для начала необходимо выбрать тип решаемой задачи – structural, то есть задачи механики деформируемых тел. Но пакет ANSYS является универсальным, он позволяет решать задачи и других разделов механики сплошной среды, например, гидравлические, гидродинамические, термические. Далее нужно выбрать тип конечного элемента. Выбран Shell 93-8-узловой, который предопределяет математическую теорию, используемую. В данном случае это теория тонкостенных оболочек. Затем нужно задать толщины элементов, то есть 20 мм, соответствующие толщинам сопрягаемых оболочек. Задать упругие свойства стали, модуль Юнга 2×10⁶ и коэффициент Пуассо 0,3. После этого строится модель конструкции. Алгоритм построения модели использует известные процедуры построения в 3D-графике. Далее создается сетка конечных элементов и задаются граничные условия, силовые и кинематические. Силовыми условиями в данном случае является внутреннее давление и растягивающее усилие, приложенное к торцам конструкции, соответствующее продольному напряжению. А кинематическими граничными условиями является закрепление всех торцов по всем степеням свободы, кроме продольной компоненты. После этого можно запустить решение задачи в упругой области на счет. На этом слайде показан результат расчета распределения перемещений по элементам и форму деформируемой конструкции. А на этом слайде можно увидеть картину распределения эквивалентных напряжений по поверхности конструкции. Максимальное эквивалентное напряжение равно 6459 кг силы, деленное на квадратный сантиметр, и находится в области сопряжения двух цилиндрических оболочек. Таким образом было получено решение упругой задачи. Но реальная сталь обладает упругопластическими свойствами, поэтому для получения реальных данных необходимо задать пластические свойства материала и решить задачу заново с учетом этих свойств. В качестве примера была взята указанная ГОСТ в этом же 36-24-77 сталь углеродистая обыкновенного качества СТ-3СП, используемая для несущих элементов сварных конструкций и деталей. Предел текучести данной стали равен 2400 кг силы, деленное на квадратный сантиметр, а модуль упрочнения 1,25×10⁴. На этом слайде вы можете видеть схематизированную диаграмму деформирования для стали СТ-3СП, полученную по указанным параметрам. Данный тип схематизации называется билинейный. Начальный линейный участок – это зона упругого деформирования, за которой следует зона упрочнения. Теперь снова запускаем задачу на счет с учетом пластических свойств и получаем окончательное решение данной задачи. Теперь эквивалентное напряжение стало равно 2908 из-за того, что учитываются уже пластические деформации в конструкции. Аналогичным образом было получено решение задачи по определению напряженного деформированного состояния сварного переходного тройника. Результат представлен на слайде. Максимальное эквивалентное напряжение равно 2857 и находится в узле сопряжения. На этом слайде представлена сводная таблица результатов оценки общей концентрации напряжения конструкции без учета сварного соединения. В первом столбце указано максимальное эквивалентное напряжение, полученное путем решения задачи с помощью программного пакета ANSYS. Во втором столбце представлено эквивалентное номинальное напряжение, полученное с помощью гипотезы пластичности максимальных касательных напряжений. В третьем столбце приведен коэффициент теоретический коэффициент концентрации напряжений как оценочный показатель, который получен путем деления максимального эквивалентного напряжения на номинальный. Данный результат показывает общую концентрацию напряжений в конструкции.
Таким образом, была исследована модель сопряжения двух цилиндрических оболочек переходного и равнопроходного тройников с целью выявления зон наибольшей концентрации напряжения. Для того, чтобы выполнить дальнейшие исследования, необходимо рассмотреть модель сварного узла. В качестве расчетной схемы используем чертеж сварного узла переходного тройника с размерами, указанными в ВОСТ, и качеством шва в соответствии с ГОСТ. По уже рассказанной методике было выполнено исследование на напряженно-деформированное состояние. Результат представлен на слайде. Максимальные напряжения расположены по внутренней линии сопряжения двух цилиндрических оболочек вследствие изгиба металла в данной области. Максимальное эквивалентное напряжение равно 958,5. Для сварных конструкций и соединений выбор типа и конструктивного оформления соединения является определяющим. В качестве технологически осуществимого технического решения было предложено увеличить катет шва в 2 раза. Результат расчета на напряженно-деформированное состояние сварного узла переходного тройника с учетом предложенного технического решения представлен на слайде. Максимальное эквивалентное напряжение стало равно 753. На этом слайде приведена сводная таблица результатов. Сопоставление исходного тройника с размером катета шва в соответствии с ГОСТ и тройника с увеличенным качеством шва в 2 раза. Теоретический коэффициент концентрации напряжения снижен с 1,47 до 1,16. Это значение близко к единице, что позволяет говорить о значительном снижении концентрации напряжения в сварном переходном тройнике. Следовательно, поставленная задача о разработке технического решения, снижающего концентрацию напряжения, выполнена. Чтобы оценить технологическую осуществимость предложенного технического решения, нужно определить возможность увеличения катета с 10 до 20 мм. Для увеличения размера катета шва необходимо увеличить число сварочных проходов. В свою очередь, увеличение числа проходов является технологическим приемом, направленным на уменьшение времени пребывания шва и околошовной зоны при высокой температуре за счет выполнения сварки при минимальных значениях погодной энергии. При многослойной сварке происходит автоподогрев от предыдущих проходов. Сочетание автоподогрева и минимальной погодной энергии сказывается положительно на пластичности. Увеличение числа проходов влечет за собой увеличение времени на изготовление конструкции, трудоемкости и материальных затрат. Но затраты, необходимые для ремонта конструкции вследствие ее непригодности, будут превосходить исходные затраты. Поэтому увеличение качества углового шва является оправданным и технологически осуществимым техническим решением. Окончательные выводы. Соединение ответвления с магистральной линией, обычно называемое тройником, представляет собой конструктивно ослабленный участок трубопровода. Отверстие в магистральной трубе, а также резкое изменение течения и направления потока, как правило, приводит к значительной концентрации напряжения на этом участке. Существует единственный ОС 362477, который регламентирует изготовление сварных тройников для нефтепроводов из труб большого диаметра. В результате исследования напряженно деформированного состояния конструкции сварного тройника как сопряжения двух тонкостенных цилиндрических оболочек было выявлено, что концентрация напряжения достигает довольно высоких значений. Рассмотрение напряженно-деформированного состояния переходного сварного тройника показало, что концентрация напряжения достигает самых высоких значений по внутреннему контуру сварного углового шва. Для снижения значения концентрации напряжения было предложено конструктивное техническое решение, а именно увеличение катета углового шва в 2 раза, что привело к снижению значения теоретического коэффициента концентрации напряжения с 1,47 до 1,16. Анализ существующих технологических требований по сварке подтвердил возможность реализации предложенного технического решения по увеличению размера катета в сопряжении двух цилиндрических оболочек переходного тройника 1020 на 530 мм. Вопросы? Можно я буду? Да. Анастасия, вот вы сказали, что второй металл, который вы испытывали, сталь 3СП. СП-3СП, да. Интересно спросить, а что это за буковки СП? Это я, в принципе, способ... Правильно, слово способ, правильно. Дальше. Хорошо. Где, если я правильно вас понял, вот у вас было сначала расчет упругий, потом упругий пластический, правильно? Вот
расчет, по какому из вариантов более жесткий, который указывает, что здесь возникнет трещина, особенно если среда несильно. Вообще, реальные данные показывают круглопластический расчет. То есть вот по нему нужно. Нет. Пожалуйста, вопросы к Анастасии. В настоящее время, если мы обсуждаем трубопроводы, ну, допустим, я не буду трогать транснефть, коснемся, допустим, Газпрома. У него есть сейчас целая серия стандартов СТО Газпрома, которые регламентируют сварку с использованием современных средств. Это уже и полуавтоматическая сварка, как стальной проволокой с средозащитного газа порошковой, автоматическая сварка, в том числе под флюсом, и под эти технологические процессы, и с учетом того оборудования, которое они используют, они везде регламентируют и разделку кромок. В какой степени ваша работа противоречит этому документу, подтверждает то, что там есть? Смотрите, вообще, если зайти на очень много сайтов каких-либо заводов, они все изготавливают тройники по этому ОСТу. То есть они все пишут, что и тройники изготавливаются по этому ОСТу. Хоть он 77-го года, поэтому работа была проведена в этой отрасли, так как сейчас до сих пор по 77-му году работают. Какие-то стандарты Газпрома, они, скорее всего, закрыты. То есть я к ним доступа не имею и не имею знать, что ваша там. Ваша работа направлена на изготовителей тройников в заводских условиях? Да. Еще вопросы есть? Давайте такой вопрос. Пожалуйста. Вы, у вас тема называется оптимизация геометрических параметров. Вы привели пример катет, изменения катет в два раза. А если, скажем, полтора раза, 1,7, потому что слово оптимизация, это, скажем, наилучшее соотношение. А, смотрите, в два раза это, так скажем, уже максимальный предел, как можно было увеличить катет шва. То есть, если бы мы увеличили его в полтора раза, то значение максимального эквивалентного напряжения было бы больше. То есть это, так скажем, уже такое вот предельное значение, когда можно выполнить такой катет шва. Предельное значение оптимизации. То есть критерий оптимизации – это возможность, технологическая возможность. Есть вопрос еще? Есть один вопрос. Пожалуйста. Скажите, вот вы выбрали сталь 3. Исходя из чего вы выбирали сталь 3? Я выбрала ее, потому что она указана в ВОСТ, по которому я работала, который был основополагающим документом. Спасибо. Есть вопрос? Нет больше вопросов. Слово Виталий Николаевич. Переходим к защитам выпускных работ бакалавра. Представится работа Сальников Сергей Дмитриевич. Значит, допустим, да, защита выпускных работ. Государственный экзамен с подпрофилем отлично. Прошел загрузку в электронной информационной системе университета. Значит, процент оригинальности текста около 70. Товарищи, я запоминаю, идет онлайн трансляция. Прошу не разговаривать и не шуметь. Кто будет стыдно? Добрый день, уважаемая комиссия. Представляю вам свою работу по теме обеспечения качества газопламенной обработки металла. В Российской Федерации работает около 1 миллиона сварщиков, 250 тысяч из которых заняты газопламенной обработкой металла. Газопламенная обработка металла включает в себя 4 процесса. Это сварка, резка, напыление и нагрев. Данные работы в соответствии с федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов относятся к опасным производствам, так как используют взрывоопасные вещества и окисляющие вещества, поддерживающие горение. Аварии, происходящие при газопламенной обработке, приводят к тяжелым последствиям, в том числе и гибели.
людей. Поэтому целью моей выпускной работы является обеспечение оценки соответствия оборудования для газопламенной обработки металла нормативно-технической документации. Чтобы достичь этой цели, мне пришлось выполнить три задачи. Значит, первое – это проведение анализа основных факторов, приводящих к авариям во время газопламенной обработки. Вторая – это дать описание контрольно-измерительному стенду для оценки соответствия оборудования для газопламенной обработки нормативно-технической документации. И третья цель – это освоить тот самый нормативный документ и принять участие в проведении практических занятий. Наиболее опасными товарами и газопламенной обработки являются взрывы газовых баллонов, в частности ацетиленовых. Взрыв ацетиленового баллона имеет почти 10 килограммов энергетической мощности в тротиловом эквиваленте. И независимо от того, баллон с каким газом загорается, основными поражающими факторами является ударная волна и разлет осколков. Также необходимо отметить, что в частности с ацетиленовым баллоном ударная волна предельно опасна для человека в радиусе 9 метров, а убойная сила разлетающихся осколков достигает 2,5 км в радиусе. Ранее в НИИ «Автогенмаш» был проведен анализ причин наиболее крупных аварий газопламенной обработки по различным отраслям промышленности, в результате которого было установлено, что самые неблагоприятные отрасли, в которых широко применяется газопламенная обработка, это коммунальное хозяйство и нефтегазовая отрасль. Поэтому именно в нефтегазовой отрасли есть очень актуальная проблема об обеспечении безопасности персонала во время газопламенной обработки. Одной из главных причин аварий во время газопламенной обработки является использование некачественного, устаревшего и плохо отремонтированного оборудования. В основном оборудование газопламенной обработки используется в 2-3 раза дольше нормативного положенного срока. Как видно на слайде, особенно долго эксплуатируются резаки и редукторы. С целью решение этой проблемы по заказу ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий сотрудниками в НИИ «Автогенмаш» и кафедры сварки мониторинга нефтегазовых сооружений был разработан контрольно-измерительный стенд для оценки качества газопламенной аппаратуры и соответствия ее нормативно-технической документации. Внешний вид панели управления контрольно-измерительного стенда представлен на слайде. На нем на панели есть необходимый набор вентилей, штуцеров, манометров и ротаметров для проведения испытаний необходимого оборудования для газопламенной обработки, а именно рукавов, редукторов, горелок резаков и предохранительных устройств. Пневматическая схема стенда представлена на экране. Как вам хорошо известно, редукторы для кислорода, ацетилена и пропана имеют разные конструктивные особенности, поэтому на схеме представлены принципиальные схемы их подключения, то есть кислородный, ацетиленовый и пропановый. Также на данной схеме представлены ротаметры, которые позволяют проводить испытания на истечение, и мановакуметр М1, который позволяет производить испытания на подсос. Питание стенда обеспечивается подключенным к нему баллоном с аргоном. Данный стенд позволяет проводить 32 вида испытаний, которые были сведены мной в одну таблицу. Суть их выполнения отражена в нормативно-техническом документе «Эргазпром. Инструкция по проверке, текущему обслуживанию и испытаниям оборудования для термической резки, сварки и нагрева». Отдельные виды испытаний приведены на слайде, в частности, это испытания для редукторов. То есть редукторы можно испытывать на стенде на герметичность разъемных соединений, на герметичность соединений дроссельного узла. Резаки и горелки можно испытывать на герметичность соединений, а также на расход кислорода или на расход горючего газа. Также необходимо отметить, что контрольно-измерительный стенд позволяет проводить оценку качества предохранительных устройств, которые устанавливаются в рукавах в зависимости от
того, как у нас происходит питание на газорезательном или газосварочном посте. То есть это может быть питание от баллонов с ацетиленом, или питание от баллонов с газовым заменителем ацетилена, или это питание от ацетиленового генератора, или питание от бачка с жидким горючим. И, соответственно, есть тоже разработанные методики испытаний предохранительных устройств, то есть на пропускную способность предохранительных устройств, на герметичность перекрытия канала и на герметичность перекрытия канала при срабатывании отсечного клапана. В настоящее время уже разработанный стенд введен в эксплуатацию и успешно используется кафедрой для повышения квалификации сотрудников ПАО «Газпром» и его дочерних организаций. Также в рамках выполнения выпускной работы мной был проведен расчет местной вентиляции стенда на случай утечки аргона из баллона. Значит, было установлено, что для того, чтобы обеспечить вентиляцию рабочего места при работе со стендом, необходим утяжной зонт, который обеспечит обмен воздуха 81 кубический метр в час. И, соответственно, для этого нужен вентилятор, характеристики которого показаны на экране. Значит, таким образом, использование таких стендов на предприятии, широко практикующей газопламенную обработку металла, существенно повысит безопасность процессов и, без сомнения, сохранит даже немало человеческих жизней. В заключение можно сказать, вот что, значит, выполнен анализ на основе работы нефтогенмаша основных факторов, приводящих к авариям во время газопламенной обработки металлов. Показаны особенности размещения редукторов, газовых резаков и горелок, предохранительных устройств и резиново-тканевых рукавов и виды испытаний, выполняемых на контрольно-испытательном стенде, а также освоена комплексная методика по проверке испытаний оборудования для газопламенной обработки. Принято участие в проведении практических занятий, подготовлены материалы для учебных лабораторных работ. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Уважаемые члены Государственной комиссии, прошу задавать вопросы по данной работе. Давайте я спрошу вас. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать пропан при ремонте труб, трубопроводов в подвале? Еще второй вопрос. Вот вы азот использовали, я работаю. Так вот. Вот тоже интересно. Вот там вытяжка мне очень понравилась. А вот если не будет вытяжки, аргон куда? На пол сядет, потолку прилипнет. Нет, он осядет. Нет, он осядет ближе к полу, конечно, но дело в том, что для чего нужна местная вентиляция, я объясняю, что если, допустим, произойдет утечка, то есть его в большом объеме, то насыщение кислорода аргоном все равно опасно, потому что если в воздухе, которым дышит человек, концентрация кислорода станет меньше 19%, потому что много чего 1%, то человек, который вдыхает воздух, в котором меньше 19% кислорода, у него наступает удушье, у человека, который вдыхает воздух, в котором меньше 19% кислорода, у него возникает удушье, и он теряет сознание. То есть насыщение воздуха, точнее, аргоном опасно, и поэтому на случай аварийной утечки вентиляция все равно необходима. Пожалуйста. К сожалению, я не смог здесь показать, но подготовлен полностью материал для них. То есть я объясняю, в чем дело. Дело в том, что есть методика, допустим, проверки редуктора или резака, и она есть, допустим, в инструкции или в паспорте к нему, но нет комплексной методики для проверки всего оборудования. То есть я занялся тем, что я это все упростил, систематизировал
И при помощи этого стенда очень легко выполнить испытания, которые отражены в частности. Но я скажу, вы напечатали ее. Как у вас в голове? Нет, подготовлен материал в виде доработанной инструкции. В дипломе это есть? В дипломе есть. В дипломе есть? Да, есть. То есть можно воспользоваться и ввести в учебный... Держусь, да. Связиками. Я правильно понимаю, до вручения вам бакалаврского диплома вы с вашим научным руководителем положите по физику прям проект книжки, который потрясет наш университет. Есть вопросы, товарищи? Можно я задам? Пожалуйста. При давлении 10 атмосфер. Это в соответствии с какой методикой? Какое давление в кислородном баллоне? В кислородном баллоне мы как 200 Китай. 250 атмосфер. Завод кислорода. Тогда продолжение вопроса. Каким образом с помощью аргонового баллона вы достигали этого? С стиленом в баллоне какое давление после покидания баллона от стиленовой станции? 60. Есть вопрос, товарищ, еще? Маленький вопрос. То есть обеспечение качества газопламенной обработки. А фактически вы проверяете просто оборудование. Качество оборудования. Да, качество оборудования. Но от слова пропущено. Качество оборудования. Слово оборудование, да. А не технология. Слово. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо. Слово предоставляется. На защиту выносится выпускная работа Никифоры Марины Николаевны. Наш государственный экзамен по профилю специальности на отлично. Прошла проверка на информационной системе университета. Процент оригинальности текста 85, средний балл 4,35. Дипломная работа на тему оценка механических свойств из высокопрочных стали с повышенными показателями деформированности. Целью работы ставилось исследовать структуру и свойства малоуглеродистых микролегированных высокопрочных стали с повышенными показателями деформируемости. Задачами работы были рассмотреть производство листового проката из высокопрочных стали с повышенными показателями деформируемости, рассмотреть требования к их химическому составу и механическим характеристикам, провести металлографические исследования для оценки структуры и свойств металла высокопрочных стали и провести сравнительный анализ со сталями с повышенными деформационными способностями, провести расчет механических характеристик на основе экспериментальных значений твердости. В наше время количество регионов, где ведется добыча нефти и газа, растет. Многие из новых разрабатываемых месторождений находятся в сложных геоклиматических условиях. Это могут быть тектонические разломы, высокая сейсмическая активность или критически низкие температуры. Так, например, трубопровод «Силы Сибири» проходит через сейсмоактивные зоны. С понижением температуры эксплуатации всякое вязкое разрушение становится хрупким, что, несомненно, влияет на возможность использования трубы. Даже новые высокопрочные стали не полностью удовлетворяют данным условиям. Именно такие требования послужили предпосылками к разработке стали с повышенными деформационными способностями. Наиболее перспективными способами достижения требуемых эксплуатационных и механических характеристик для стали с повышенными показателями деформируемости являются термомеханическая прокатка с ускоренным охлаждением и способ КОП. Повышенная деформационность стали достигается за счет образования специальной микроструктуры. Исследования показали, что наиболее оптимальной является двухфазная структура. Металл, состоящий из твердой и мягкой фазы, имеет наибольшие показатели.
сталям с повышенными деформационными способностями предъявляют более строгих требований к химическому составу. Данные представлены в таблице на слайде. Стали легируют, являются микролегированными необием, ванадием и титаном. Суммарное их содержание не должно превышать 0,08%. Также механические свойства стали с повышенными деформационными способностями жестко регламентируются. Особенное внимание уделяется отношению предела текучести к пределу прочности. Все данные представлены в таблице, и ударная вязкость этих сталей при температуре минус 40 градусов Цельсия в зависимости от диаметра трубы составляет от 90 до 150 джоулей на сантиметр в квадрате. Для исследования структурных свойств было взято 6 образцов высокопрочных микролегированных сталей с категориями прочности от К60 до К70. Была проведена пробоподготовка, был определен структурный состав, был определен химический состав стали и замерена твердость. Результаты вы видите на слайде, представлены фотографии микроструктуры высокопрочных сталей. Проанализировав результаты, я заметил некоторые зависимости. Например, зависимость твердости стали от категории прочности. Показано, что с повышением категории прочности твердость стали растет. Также влияет размер зерна, как, например, образец с твердостью 195 обладает более крупным зерном, что и видно по фотографиям. В структуре стали с повышенной деформационной способностью, несмотря на то, что там в структуре стали с повышенной деформационной способностью присутствует помимо ферритобенитной фазы, как в классических высокопрочных сталях, малоуглеродистый речный мертенсит. Также можно выделить зависимость твердости от процентного содержания ферритной фазы. Чем больше ферритной фазы, тем меньше твердость стали. Ферритная фаза выделена цветом, но это видно невооруженным глазом. Измеряя твердость металла, мы можем пересчитать наши значения в другие механические характеристики, такие как предел прочности и предел текучести. Формулы представлены на слайде. Сделав расчет и посчитав ошибку, я заметила, что для высокопрочных сталей процент ошибки составляет не более 5%, что является допустимым. А вот для стали с повышенной деформационной способностью, это образцы 7 и 8, процент ошибки составляет около 15%, что является очень большим. Поэтому в работах кафедры сварки я нашла формулы, которые являются более новыми, и повторила процедуру расчета. Выяснилось, что по новым формулам процент ошибки сильно уменьшается и для стали с повышенной деформационной способностью. То есть стали новые, и для них следует пользоваться более новыми аналитическими зависимостями. Выводы работы можно назвать, что определена зависимость твердости от содержания ферритной фазы и от категории прочности. Выяснено, что в структуре стали с повышенными показателями деформируемости, кроме полигонального феррита, второй структурной составляющей может быть малоуглеродистый речный мертенсит, влияющий на значение твердости. Выявлено, что классические формулы подходят для высокопрочных сталей и дают ошибку не более 5%. И выявлено, что для стали с повышенным показателем деформируемости погрешность расчета составляет менее 5% при использовании современных аналитических зависимостей. Спасибо вам за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо вам за доклад. У меня вот вопрос, а какая цель вот работы? Цель работы – смотреть актуальность стали с повышенным деформационными способностями. Может, туда же они по ГОСТу там выпускаются, а может, какие-то сомнения вот есть, или какая-то вышестоящая организация заставила там, поставить такую работу, так сказать, и изучить? Нет, просто стали новые, их интересно рассматривать. Показано то, что они применяются в технологических, например, разломах, в критически низких температурах, и рассмотрены то, что следует пересмотреть аналитические зависимости. Пожалуйста. А какой
и категории прочности. Вот объясните этот вывод, что неизвестно, что чем что фейдная фаза является более мягкой. Более мягкой. Более мягкой. Скажу, что доказано, да, что я проверила это на практике. Раз таких зависимостей нет? Есть. Есть. Второе. И категории прочности. Категория прочности назначается все-таки уже когда вы определили сталь. То есть независимость в содержании ферритной фазы от категории прочности, а, наверное, наоборот. То есть вы имеете сталь какой-то, какой-то прочности, и вы назначаете категорию. Что такое категория прочности? Например, К60. Что она означает? Это 60 килограмм силы на сантиметр в квадрате. То есть это ее, правильно? Это ее механическая. Предел что? Прочность. Да. Вот вы определили, да? Предел прочности. Но, например, в этой стали, в этой стали сколько ферритных фаз? Вы же открывали, у вас даже фотографии есть. В этой стали там до 60% может быть ферритной фазы. Так это и понятно. А в стали К65 ее 15%. Поэтому и категория прочности выше, потому что сталь-то более прочная. Это первый. Теперь дальше. Выяснилось, что в структуре стали с повышенными показателями, кроме полигонального феррита, присутствует, ну, это хорошо, значит, у вас новые. Это да. Выяснено, что классические формулы подходят для исследования. Ну, выяснено, они, так сказать, в литературе, в книгах и здесь. Почему возникли сомнения? А вот то, что вы выявлено новое, это ведь сделано и есть документ. Я сказала, что это дело кафедры. Так что я проверила. И там было оговорено, что это специально для этих стали. Но вы проверили на стали с повышенной деформационной способностью. Да? Так они как-то отличаются, например, от, допустим, К60 обычной и К60 с повышенной деформационной способностью. Да, они отличаются хотя бы структурой. В К60. Хорошо. И еще один вопрос. Такая металлогическая работа, да, у меня много вопросов. Вот мне интересно, вы сказали, требования к этим сталям. А зачем их микролегируют? Ниобием, ванадием и титаном? Это сильные карбидообразующие элементы. Да. То есть они сдерживают рост зерна. А еще что вы можете сказать? Не основная цель. Они связывают другие элементы. Сколько углерода в этих сталях? Они мало углерода стоят, до 0. Ну, примерно 0,08 в среднем. Это максимум? Да. До. А так еще меньше. Меньше, да. И тогда эти стали за счет чего дают такие высокие прочностные характеристики? Ну, ведь вы же знаете, что чем больше углерода, тем более да, выше прочностные характеристики, правда? Да. А да. За счет чего это происходит? Микролегирование вот этими сильными карбидообразующими элементами, которые насыщают ферритную фазу. И за счет этого ферритокарбидная смесь имеет более высокие показатели. Спасибо. Можно вопрос? Я тоже. Вот просветите, пожалуйста. Что такое полигональный ферит? Очень такое слово интересное. Форма ферита. Что? Форма ферита. А какая она? Кругленькая, квадратненькая? Потом давай. Нет, в каком интервале выделяется этот ферит? Извините. Да. В каком? В каком? Форма может быть разная. Что считается полигональный ферит, а что ферит денитный? Полигональный ферит когда выделяется? Ну, вспомните, мы распад с вами проходили 20 раз. Что такое ХОП-метод, о котором вы в самом начале доклада говорили? Это метод, применяемый для стали с повышенной деформационной способностью. Это после ускоренного охлаждения. Сталь снова нагревают для управления микроструктурой. Можно я спрошу? Пожалуйста, как заведующий кафедрой.
Никаких вопросов нет больше. Все. Спасибо. Спасибо. Студенты покидают аудиторию. Студенты покидают аудиторию. Комиссия остается для обсуждения, доклада. Так, слово. Откуда ты знаешь, что он прочитал? Ну, там галочка еще одна стоит.
у нас заседание. Что случилось? Занимайся.
где-то по телевизору, то, что самое бурное согласие не слово. Вообще, все, давайте пишем. Оглашение результата. Уважаемые студенты, защитники, которые сегодня защищались на комиссии, уважаемые члены комиссии, объявляю результаты защиты выпускных квалификационных работ, которые состоялись сегодня, 7 июня 2018 года. Первый Джегерюк Владислав Викторович. Комиссия считает, что вы защитили свой дипломный проект на оценку отлично. Толпыгина Анастасия Тарасовна, руководитель профессор Макаров. Работа оптимизации геометрических параметров соединительных деталей трубопроводов с целью снижения концентрации напряжений. Комиссия оценила вашу работу на отлично. Сальников Сергей Дмитриевич, работа называется «Обеспечение качества газопламенной обработки металла». Оценка, которую провела комиссия, оценила работу данную хорошо. Ну и Никифорова Марина Николаевна, оценка механических свойств металла труб из высокопрочной стали с повышенными показателями деформируемости. Работа оценена комиссией на оценку хорошо. Есть вопросы по оценке, по выставленным оценкам комиссии? Ну, поздравляю вас с высокими оценками, которые вы сегодня заслуженно получили. Ну и желаю дальнейших успехов в вашей деятельности. Спасибо. Всем хорошо. Собери работу.